Сегодня в рамках мероприятия, которое мы называем «Родительский контроль», мы проехали три образовательные организации, посмотрели работу пищеблоков, посмотрели, как сегодня готовится еда нашим детям, и завтраки, и обеды. В нашей группе принимает участие родительская общественность, педагоги, и мы смотрим работу пищеблоков не только на объемы приготовления и качество приготовления, смотрим, как хранятся продукты питания, как они поставляются, брокеражная комиссия как работает. Мы приглашаем каждого родителя, родительской общественности, педагогических коллективов посетить наши столовые, попробовать питание, посмотреть, как его приготовят, посмотреть, как питаются дети. Я из родительского комитета. Мы сегодня проехали в школу номер 7, номер 9 и посетили школу номер 3. Везде посмотрели качество еды и как она подается.